Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Nova 8i войти в режим Recovery. Что мы для этого делаем? Выключаем наш телефон. Далее, когда он выключился, зажимаем клавишу громкости вверх и клавишу питания. Когда появляется логотип Huawei, отпускаем клавишу питания. Давайте попробуем еще раз. Даже не надо было пробовать, оно сразу загрузилось. И так мы попадаем, собственно, в режим Recovery. По нему можем передвигаться с помощью клавиш громкости, а подтверждать с помощью клавиши питания. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!